классический рецепт быстрого варенья из клюквы в данном случае был дополнен яблочными нотками. Как по мне, вкус стал только лучше. Попробуйте и вы. А уж аромат какой невообразимый. Уверена, вам такой рецепт приготовления быстрого варенья из клюквы понравится, он отнимет совсем мало времени, зато какое же вкусное и ароматное получится варенье. Уверена, у вас получится с первого раза, настолько здесь все просто. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Клюкву и яблоки перебираем и моем, с яблок можно срезать кожуру. 2. Клюкву перемещаем в кастрюльку, добавим на дно водой, варим на среднем огне, пока часть ягод не разварится. 3. Засыпаем сахар, перемешиваем. 4. Добавим мелко нарезанные кусочки яблок. Вкусняшки, подписавшимся. 5. Варим все вместе на маленьком огне еще 20 минут, постоянно помешивая. 6. Остужаемый можно подавать, а можно закатать на зиму. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Клюква – 1 кг. Сахар – 2 кг. Яблоки – 0,5 кг. Количество порций – 6-7. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Еще увидимся!